Коммунальщики ведут активную работу по подготовке к зиме. В мэрии города глава муниципалитета Юрий Гришан провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей служб. Магадан-теплосеть завершает подготовку инженерных коммуникаций города к эксплуатации в зимний период. На котельных в отдаленных районах города еще продолжаются регламентные работы, но, по словам сотрудников, это не помешает их запуску на следующей неделе. Со вчерашнего дня уже температуры есть, они начали считать. Начинайте отсчет. Если 5 дней, то мы к понедельнику где-то и придем. Но вам задачи готовьтесь. Специалисты предприятия «Водоканал» заканчивают работу с последними разрытиями, чтобы в нормальном режиме войти в отопительный сезон. На очистных сооружениях установлена центрифуга, и сейчас производится ее обкатка. Также продолжает строительство водовода вдоль улицы Речной от микрорайона Пионерный до насосной станции «Мучные склады».